детство неповторимо. Ну как? Нет, тут нужен лифчик с жестким каркасом. Не будь прилипалой. В нем столько сложностей и красоты. Прости меня, Марио. Мир взрослых удивителен. В моей комнате мертвая птица. И полон загадок. Объясни мне про мальчиков. Я не такой, как на картинке в той книжке. Подумаешь, у моей бабушки усы. Ты мне нравишься, какой есть. Последнее лето в Бойте. 2 декабря в 19:00. Премьера на Еврокино.